Вся правда шансона. Шансон ТВ. Здравствуйте, с вами Катя Катушкина и вся правда шансона. 7 июля космическая звезда Жанна Агузарова празднует день рождения. Горы плывет, море цветных, а к ней... Эпатажная и талантливая певица родилась в Тюменской области. Успела побывать на Марсе, в Бутырской тюрьме и Институте судебной психиатрии, на принудительных работах в Леспромхозе и на лучших концертных площадках мира. Будучи солисткой группы «Браво», Агузарова спела хиты «Желтые ботинки», «Верю я», «Чудесная страна», «Старый отель». Потом она занялась сольной карьерой и уехала в Лос-Анджелес, где пела в ресторане, записывала песни, работала водителем и диджеем. Жанна Агузарова записала 10 альбомов, несколько саундтреков к фильмам и получила золотую медаль за вклад в дело мира. Мы поздравляем Жанну Агузарову с днем рождения! Я королева красоты, я родилась на свете, и жизнь мне заново начать случилась на сансете. Вся правда шансона. 8 июля родился народный артист России Дмитрий Певцов. После окончания школы он работал на заводе фрезеровщиком, а потом неожиданно для всех поступил в ГИТИС. Актерскому таланту Певцова покорились сцены Театра Луны, Театр на Таганке, Ленкома. Его «Граф Рязанов» в рок-опере «Юнона и Авось» — это шедевральная работа. Возвращаться плохая примета. Я тебя никогда не увижу. В кино Дмитрий Певцов дебютировал в 1986 году. «День выборов», «Королева Марго», «Остановка по требованию». Певцов снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. А в конце 90-х этот актер запел. Вместе с группой «Картуш» он выступает на площадках столичных клубов, а его песни крутятся на радиостанциях. А еще Дмитрий Певцов увлекается автоспортом и вместе с супругой Ольгой Дроздовой преподает актерское мастерство в Институте современного искусства. Эта творческая пара не так давно открыла собственную театральную студию «Певцов-театр». Мы поздравляем талантливого артиста и красивого мужчину Дмитрия Певцова с днем рождения! Уснулась без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Вся правда шансона. 8 июля в Беларуси родилась певица с мощнейшей энергетикой Диана Арбенина. Наш общий ощущение, как он ложился рядом и шептал тебе, девчонка, не дотрога. Как любил тебя и твой дурной характер. За руку водил тебя через дорогу. Арбенина, а в девичестве Кулаченко, успела пожить на Колыме, Чукотке и в Магадане, но укоренилась в Петербурге. В 93-м году вышла замуж за музыканта Константина Арбенина, но быстро развелась, оставив фамилию мужа. Тогда же, в 93-м, вместе со Светланой Сургановой основала группу «Ночные снайперы», солистка которой является до сих пор. Кстати, песни Арбениной звучат в фильмах «Азазель», «День радио», «Распутин», «Я остаюсь». В 2005 году на рок-фестивале в Гудермесе Арбениной было присвоено звание «Народная артистка Чеченской Республики». А не так давно поклонники увидели новый клип на песню «Разбуди меня», съемки которого происходили в Португалии. Мы поздравляем Диану Арбенину с днем рождения! Этим эфиром только и можно дышать. Вся правда шансона. Чтобы не пропустить день рождения любимого артиста, смотрите электронный календарь alldates.ru. С вами была Катя Катушкина и вся правда шансона. До скорого! Вся правда шансона.
Сон ТВ.